What are the implications of this? Американский эксперт в области безопасности по Центральной Азии в ходе своих исследований обнаружил, что 56% законов Таджикистана и 79% законов Кыргызстана по борьбе с так называемым экстремизмом заимствованы у России. Об этом он написал на своей странице в Твиттере. В свою очередь, журналисты настоящего времени провели свое исследование, по результатам которого выяснилось, что тексты законов Кыргызстана совпали на 54-83% с текстом на сайте Кремля и Госдумы. Есть, это у нас имеется, место имеет.